В Алматы презентовали книгу в память о погибших 2 года назад в авиакатастрофе пограничников. В общей сложности катастрофа Ан-72 в Шымкенте унесла жизни 27 защитников казахстанских рубежей. Книга «Команда, ушедшая в небо» состоит более чем из 600 страниц. Как утверждают авторы, книга памяти – это не просто сборник воспоминаний, а ценный исторический материал о становлении пограничной службы Казахстана в первые 2 десятилетия независимости. И в этом смысле она может стать учебным пособием для курсантов пограничной академии. Книгу вручили членам семей ушедших пограничников и друзьям по службе. Один экземпляр получил и наш корреспондент Григорий Беденко, который на протяжении многих лет поддерживал с погибшим полковником Тургамбеком Стамбековым дружеские отношения. Эту книгу все ждали, как будто, понимаете? Все ждали. Слезы на глазах появлялись, когда им вручала. Это была трагедия. Большая такая трагедия, незабываемая трагедия нашего народа. Погибли 27 человек, настоящие погранцы, защитники Родины. Мы должны были оставить память, то есть они имели право быть памяти народа.